Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Сейчас у нас будет обзор третьего заказа из каталога Oriflame номер 16. У меня уже два было заказа, еще один. В этом заказе я получила наконец долгожданные подарки, собрала теперь уже всю коллекцию посуды. Это сахарница и молочник. Очень красивые, покажу вам на всякий случай. Может быть, кто-то сомневается, брать или не брать. Я уверена, что еще не все получили, а может быть, все. Мне очень нравится эта посуда. Она действительно украсит любую кухню и любой стол. Ручной работы, роспись, фарфор, белоснежный, кипельный. И я люблю такие изящные, классные изделия, которые... Я называю такие чистые работы, очень красивые. Вот так одну поставлю, а вторую сейчас покажу. Это сахарница. Просто очень красиво. У нас получилось два комплекта. Один мы будем дарить, потому что один у Миши, один у меня на номере. И сахарница. Так, сейчас крышечку достану. Та-дам! Вот такая красотища. Согласитесь, это очень здорово, так изысканно, изящно. И получилось, по-моему, каждая посуда по 99 рублей всего. Так, заказ вышел на 110 баллов. В этом заказе у меня много под заказ и кое-что для себя. Я взяла сразу, прям буду показывать, что сверху. Себе взяла еще один набор. Мисс Джордани Интенс. Очень крутой крем для душа и лосьон для тела. Я когда их попробовала первый раз, я сразу решила, нужно взять еще один наборчик. И слава богу, он еще есть на складе, поэтому я его себе припрячу. Взяла еще один бальзам для волос. Hair X. Это серия, которая для поврежденных, такой восстанавливающий кондиционер. Мне очень нравится, мы пользуемся много. Если вы смотрите обзор пустых баночек, то в каждом обзоре, мне кажется, у меня 1-2 флакончика от кондиционера, потому что волосы длинные, у меня и у дочки, и Миша начал пользоваться бальзамчиком. Так, кот начал беситься. Хулиган. Поэтому у нас расход очень большой. Так, это под заказ CC крем с SPF 35. Их два оттенка. Один темный, один посветлее. Сейчас покажу это в тюбиках. Клиентка взяла один и сказала, выписывай еще, пока есть на складе, потому что он очень классный. CC крем, он по всем своим показателям, по всем функциям намного круче всех других тонирующих средств. Поэтому рекомендую в этом каталоге воспользуйтесь этой крутой скидкой. И выберите для себя такой подарок. Второй тон – это антивозрастная тональная основа Giordani Gold SPF 8. Слоновая кость у меня цвет, тоже под заказ. Сейчас покажу. Вот чем мне нравится вот именно вот такая упаковка, то что здесь с дозатором. Если вот в этой у нас тюбик, ну, в принципе, там хорошая консистенция, и крем не вытекает. То здесь идет с дозатором, это очень удобно. Слоновая кость, самый такой популярный оттенок. Кстати, он есть на складе, а почему-то, естественно, бежевого у нас на складе нет. Так, взяла себе эссенцию Novage, вот такой белой классной коробки. Эссенция увлажняющая, у которой такие потрясающие функции там прописаны, что она полностью улучшает состояние кожи, все защитные функции восстанавливает. Вот такой большой бутылек, 150 мл. Кстати, крутой очень флакон. И я уже попробовала эту эссенцию несколько раз, и мне кажется, у меня лицо стало более такое вот мягкое и гладкое. Как будто кожа расправилась, учитывая, что на улице у нас уже сильный мороз, в помещении жарко, идут такие перепады, влажность, мороз, жара. То есть стресс для кожи просто обалденный. И вот мне очень понравилась эта эссенция, приятненькая очень. И ее нужно носить под сыворотку. То есть вы вот умылись очищающим гель-тоником и сразу наносите сыворотку. Я вбиваю пальчиками, можно ее наносить ватным диском, но мне кажется, это... Не очень удобно, я даже не стала пробовать, потому что мне комфортно, я на пальчики налила, вбила, еще чуть-чуть налила. Она не как водичка, то есть это как густой такой гель-тоник. Поэтому очень удобно пальчиками все это делать. Так, дальше. Это под заказ. Набор Мальдивы, по-моему, называется. Гель для душа и парфюм. Парфюм 30 мл. Ну, набор настолько комфортен по цене, что у меня его заказали вот кто-то кому-то в подарочек.
Так, это я сказала дочке, она не слышала. Это крем дневной для нормальной кожи, склонной к сухости. Может быть, помните, это розовые баночки. Ой, не могу коробку открыть. Сейчас открою, все равно мы справимся. То есть баночки белые, розовеньким написано. Очень крутой крем, он, кстати, я ей уже дарила, очень понравился. И я тут же решила повторить, пока он по хорошей акции идет. Вот, все, оставлю. Так, что здесь еще? Пакетики попались в руки. И я вам рекомендую пользоваться этим предложением. 10 пакетиков вот такого формата за 25 рублей. То есть маленький пакетик, в который классно положить подарки. У меня некоторые клиенты прям спрашивают, а можно купить какую-нибудь недорогую упаковку в Oriflame? И я, конечно, предлагаю им эти пакетики, потому что очень удобно и круто. Так, здесь у нас куча наборов. Маленькие. В них входит Dream Cream. Dream Cream, вот такой маленький крем, сейчас выставлю все. И мыло. Набор, кстати, очень выгодный. Мне кажется, это самое дешевое предложение в каталоге, подарочное. Так, 5 кусочков вот такого мыла. У него такая простая упаковка, цветочный запах, не очень кайфовый. Ну, такой нормальный, но по качеству мыло нам очень понравилось. По объему мыло 65 грамм, крем, по-моему, 30, да, 30 грамм. Вот такой подарочек. Даже можно бросить зеленый пакетик, подарить кому-то, это будет так очень приятно. Кстати, у меня этот крем очень многие любят и заказывают его, когда он в каталоге, по 100 рублей без скида. Говорят, что это самый бесподобный крем. Тоже его люблю и беру для себя. Так, набрала. Тут и под заказ, и для себя. Себе взяла маску с личи, уже пробовала маску с какао. Личи брала себе, но у меня ее купили, поэтому я вот новенькую заказала. Вот такие классные масочки, как будто здесь какой-то джем или варенье налито. Прикольная упаковка, мне нравится коробочка, то есть это будет не только чудо для себя, но и чудо для тех, кому вы дарите. Только нужно, да, предупреждать, что нужно использовать в течение одного дня, то есть желательно. Но, честно говоря, такой большой объем маски, например, для меня, я брала себе с какао, здесь нет с какао, для меня, например, очень много, но благо у меня есть дочка, и мы с ней за день эту масочку использовали. Она увидела, говорит, что можно, и, конечно же, маска очень классная. Буду пробовать маску с личи, тоже запишу отдельное видео, думаю, что будет круто. И две масочки с арбузом и с яблочком. Посмотрите, какие классные коробочки. Просто чудо. И они такие не мягкие, а прям хороший плотный картон. То есть классный подарок. Их даже уже не нужно упаковывать. То есть они уже готовы к тому, что их кто-то получит презент. Дальше. Лаки. Так, два лака для одной клиентки, два для другой. Эти лаки сейчас идут по акции, если две штуки берешь, по 99 рублей. Вот два оттеночка светлых тонов, 33-258 и вот этот 33-259. Смотрите, какие красивые цвета. Очень удобно, маленькая упаковка, когда вы берете, используете быстро и берете себе другой. И вот такие два лака. Синий 35, не пойму код. 140, по-моему, да, 35-140, а это 35-139, в общем, там точка и единичка написано, не знаю, что это значит. Такие два лака, одного, к сожалению, золотого уже нет на складе, его тоже мне заказывали, но ничего не поделаешь, нет, значит нет. И еще под заказ две туши с эффектом накладных ресничек, они запечатаны, и, конечно, это под заказ показать их не смогу. У этой туши очень крутая кисточка силиконовая, и она делает ресницы, так распушает их, поднимает, и делает их действительно выразительными и объемными. Эта тушь у меня, наверное, на втором месте стоит после 5 в одном. Я беру или ее, или 5 в одном, мне нравится. А по акции они сейчас идут очень, по очень выгодному предложению. Так, что-то еще. А, вместо платы за доставку я взяла лосьон мой любимый. Дыня и кокосовая вода. Я не знаю, я влюбилась в этот аромат. И мне нравится все. И мыло. У нас прям только-только закончилось это мыло. Мне нравится гель для душа. И безумно нравится лосьон. У меня сейчас открытый один, я им пользуюсь. У меня открыто, кстати, я посчитала одновременно 4 крем и лосьон для тела. Все разные, потому что я люблю разные ароматы. Ага, вот еще один кондиционер. Тоже для себя, потому что, ну, кондиционеров, я говорю, у нас расходов очень много.
Так, еще один набор под заказ. Мисс Джордани Интенс. Это мне заказала клиентка. Откладываем сюда. Так, и мне пришел... еще вот один наборчик тоже под заказ с миндалем. Здесь у нас крем для душа и лосьон для тела. Маленькие 30-миллиметровые флакончики. То есть, ну, тоже как мини-подарочек. Можно, кстати, если хочется что-то совсем прям вот недорогое подарить, можно поврось. Одному лосьон подарить человеку, другому для душа средства. Так, и у меня здесь еще что-то... Что-то вот... Что-то для себя. Что-то очень классное. Это серьги. Это серьги. Струящиеся, красивейшие серьги. Посмотрите, какое чудо. Сейчас я их возьму правильно. Ага, вот так. Посмотрите, какое это чудо. Какие они классные. Сейчас вам поближе покажу. То есть они вот так прям струятся. Они мягкие. То есть это не жесткая проволока просто, да, железка натянута. Они такие вот прям вот собираются. Они как-то скручиваются немножко. Так, когда вы двигаетесь, они тоже двигаются как живые. И можно носить отдельно. Снять вот эту длинную штучку, оставить только маленькую. И ходить вот так с маленькой сережкой. Или если более праздничный вечерний наряд, то длинную. Мне кажется, это шикарно. По крайней мере, я их уже примеряла, и мне очень понравилось. То есть они прям такие классные. Они не цепляются к волосам. И они достаточно длинные, они достают до шеи, и так приятно щекотят. От сережек я в восторге. Вы их найдете рядышком с сумочкой, которую я тоже брала. Я, кстати, от сумки в восторге. Сейчас вам намекну, на какой страничке. Быстро только нужно найти. Потому что некоторые не замечают таких предложений в каталоге. Я, например, эти серьги не рассмотрела сразу. Я их увидела чисто случайно, потому что их как-то запрятали на странице 121. То есть их особо-то не видно. На шарф сразу взгляд падает. И вот эта сумка великолепная. Теперь эта сумка номер один, моя любимая. У нее очень интересная ручка-трансформер. И можно носить как браслеты, можно ручку делать длиннее, короче. А вот серьги просто невероятно красивые. Что я себе взяла? Краску для волос. Мой оттенок 3.0. Но я мечтаю все-таки уйти от этого цвета. Не знаю, хочется быть как-то посветлее немножечко. И мне пришло в подарок. Смягчающее средство. Мыло, мед и молоко. Я так понимаю, здесь замены идут. Вот такой вот крем для тела. И еще одно смягчающее средство с гранатом. Вот, почему-то два средства. Я так понимаю, что это новой комплекции набор, который шел в подарок за новичка. Просто все закончилось, и мне вот собрали другой наборчик. В общем-то, все. И здесь еще лежит приятный подарок. Это открытка новогодняя. Очень красивая, даже захотела нарисовать такую открыточку, нарисую, смотрите, ВКонтакте моя работа. И набор наклеек, которые мотивируют поехать на конференцию Анталия, менеджерская будет конференция в следующем году. Классные наклеечки, можно их тоже использовать в работе, дарить кому-то клиентам на каталоге. Ну и все, в общем, тут еще какой-то буклетик тоже для расписано, как поехать в Анталию, одному или с командой. Все, коробка пустая. Такой вот классный заказ. Я очень рада, что здесь пришли наконец мои подарки долгожданные и еще подарки. И под заказ очень много продукции. И я уверена, что это не последний заказ, будут еще, потому что предновогодние вот этот вот месяц, декабрь, предновогодние каталоги, они всегда самые яркие и больше всего всегда у них заказов. Вот. Так что желаю вам тоже успехов, много хороших клиентов, которые будут влюблены в вашу продукцию. И дарите всем Oriflame. Упаковывайте, красиво дарите, чтобы люди знакомились с продуктом и потом стали вашими клиентами. Если видео понравилось, ставьте лайк. Вопросы в комментариях. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro, стоп видео.